Всем добрый день! Сегодня я вам покажу свои запасики, так скажем. Это у меня приобретено для занятий с дочкой. Вот это нам в подарок подарили, но оно лежит. Не было как-то у нас желания за лето заняться магнитиками, изготовлением. Ну вот. Надеюсь, что скоро все-таки мы даже на видео записывать будем. Что у нас здесь в наборчиках? Вот в этом наборчике находятся вот такие фигурки. Всего 4 фигурки. Очень обидно. Потому что вот в том уже их 8. Ну, зато очень интересные. Это обезьянка, львенок, ежик и медвежонок. Ежик такой прямо деловой в очках. Очень интересный. Еще там находятся краски в наборе, но это в каждом. И гипсовый порошок, который нужно разводить с водой. Ну вот. Это в этой форме в коробочке находится. Вот. Я их приготовила просто заранее, чтобы не вытаскивать. А вот в этой коробочке находятся вот такие вот цветочки. Их 8 штучек цветочков. Идите поближе, какие они. В принципе, когда в раскрашенном виде, они тоже будут такие яркие, интересные. И следующее, что я хочу показать. Понравилась мне тарелочка. Вот такая декоративная. Тоже там внутри гипсовый порошок, краски. И еще там вот такая кошечка. Когда я покупала, мне очень интересно было, как это она там. Ну, раз тарелочка, все-таки оно тарелочкой должно быть. Как она будет тарелочкой? Думала, здесь оно более вогнуто будет. И сзади прямо. Сейчас, когда разбиралась, тут какая-то сзади запчасть еще. И оказывается, ее нужно вот когда заливать гипс. Сюда вот заливаем. А вот эту вот часть нужно вставлять. Не знаю, но похоже, что не так. А похоже, что вот так. И оно получается вот видите, как бы как углубление, как действительно тарелочка. То есть, и вот здесь вот можно рисовать. Только вот, конечно, опять же, вот всего-то лишь одна фигурка. Можно было и две хотя бы положить, чтобы к одной тарелочке несколько фигурок было. Ну, ладно. Если пожелаем, еще купим вот такой вот котик с шариками. А здесь еще лежат вот такие части. Но это для того, чтобы тарелочку ставить на них. Уже в готовом виде. Будем сейчас готовить тарелочки такие, мастерить и подарить. И дарить всем. Спасибо за внимание. Рада буду, если кому-то понравится наши, так сказать, залежи, наши заготовочки, которые я вот для дочки приберегаю. Будем заниматься. Спасибо за внимание. До новой встречи.